Всем привет! Сегодня я вас научу, как делать дымовуху вот из этой вот хрени. Нам понадобится вода, нам понадобится фен, чтобы быстро высушить эту газету. И нам понадобится вот такая вот фигня под названием аммиачная селитра. Мы засыпаем селитру. Вы там особо не удивляйтесь, если вы начнете ее размешивать, и будет лед на бутылке. Она реально очень холодная. Самый лучший показатель — это когда селитра начинает оставаться на дне, то есть не растворяется. Так, ну в принципе у нас все растворилось, у меня больше нет селитры, она у меня закончилась. Я очень много делал таких приколов, поэтому я думаю, мы начнем. Не знаю, что получится с этого, попробуем хотя бы. Для этого нам необходим лист бумаги газетной. Который мы бросаем в тазик, сворачиваем. Бросаем в тазик. Так, видно. И берем нашу заготовленную водичку. Чудо-вода. И наливаем. Газету полностью необходимо смочить раствором, чтобы она полностью потемнела, то есть как бы была полностью вся влажная, мокрая такая и вредная, и противная. Вообще это необходимо делать в перчатках, но мне в принципе пофиг, я химик, поэтому я как бы не боюсь ожогов, если они будут. Ну, ожогов не будет, будут просто сухие руки и может кожа облезть. Газета пропитана. Она, как видите, в таком формате. Сушим руки. Хотя зря я высушил. Короче, мы вытягиваем эту херню, блин. Я подложу газетку, чтобы на нее положить эту фигню. Для этого у меня есть суперфен, которым я буду сушить эту херню. Кстати, почему фен? А дело в том, что эта бумага бы сохла очень долго, поэтому я показываю экспресс-курс, как можно это быстро сделать. То есть вы можете это сделать феном своим для волос, которым вы сушите волосы. Я это делаю техническим феном, чтобы это было еще быстрее, чем вы сделаете. У кого есть технический фен, вы можете сделать так же, как и я. Продолжаем. Газета сухая, немного подгорела, но это ничего страшного. Сейчас мы будем пугать плохих парней, которые сидят у меня под домом, под балконом. Так, чуть-чуть подсушить надо. А вот эта бумага, которая уже высохла именно после этой селитры, после всего... Она грубее становится, вы почувствуете это. То есть обычная бумага, которая не пропитана, и бумага такая, а эта бумага грубее гораздо, чем бумага вот эта. И вы поймете, что она пропитана. Вот. Нам нужно где-то вот такой лист. Мы его сгибаем вдвое. Сгибаем еще раз. Получается такая вот хрень. И... ложим упор на пол и скручиваем очень-очень сильно. Очень сильно скручиваем. То есть, чтобы плотно-плотно бумага была. Вот я скрутил. Видно? Надеюсь, видно. И ее мы обкручиваем проволокой и поджигаем. Время не ждет. Настал тот самый час поджигать эту хрень. И она начала дымить. Мы немного ждем. Ждем. Ждем.
Итак, настало время поджигать эту хрень. Мы немного ждем и бросаем. Вот такая вот фигня. В общем, если у вас немножко газеты, будет немножко дыма. Если будет больше газеты, будет больше дыма. Поэтому вы можете потратить всю газету, и вы офигеете от эффекта. Я сделал наглядный пример. Я рисковал жизнью своей. Эта хрень очень вредная. Я себя травил этой хренью ради вас, и поэтому хотел бы, чтобы вы подписывались на мой канал. Я буду вас и дальше удивлять своей фигней. И всего хорошего, пробуйте, и надеюсь, что вы оставите отзывы.